Приветствую вас на моем канале, с вами Лилия Донскова. И сейчас у нас обзор второго заказа по каталогу Oriflame номер 13. И этот заказ у нас получился более чем на 200 баллов, по-моему, 203 балла. И так интересно получилось, я отправила заказ один на 150 баллов, и буквально через день мне сделали еще несколько заказов, и я еще один заказ отправила, и сегодня сразу получили два, поэтому заказ будет огромный. Ну и первое, что я сразу же достала из коробочки, положила на стол, это новые каталоги, которые я с удовольствием раздаю всем абсолютно людям. Меня часто спрашивают, как ты собираешь такие большие заказы? Вот в этом каталоге уже получилось 400 с небольшим баллов. Ну, просто я раздаю всем каталоги, отдаю с удовольствием, мне очень нравится продукция, и я, когда отдаю каталог, всегда говорю, просто посмотрите, заказывать не обязательно. Но если вам что-то понравится, я с удовольствием выполню ваш заказ и буду вашим личным консультантом по красоте. Знаете, люди отзываются, конечно, не все, но отзываются. Итак, давайте посмотрим, что же мы получили в заказе. Здесь, как всегда, накладные, то есть очень удобно всегда проверять заказ и смотреть цены. В заказе у меня кое-что для нас. Это две мочалочки. Они сейчас идут по акции, кстати, прямо на последней обложке каталога. Очень хорошая цена на мужскую серию и на мочалочки. Сразу похвалюсь, румяна в шариках пришли по акции из прошлого каталога, прямо в последний день каталога, в субботу, компания нам бросила такой вызов, кто разместит заказы, тот получает румяна всего за 159 рублей. Но их ставили в резерв, мы не успели в первых рядах взять румяна, но сейчас их прислали, поэтому всегда пользуйтесь акциями компании, компания всегда исполняет свои обещания. За 159 рублей румяна, это же вообще чудо. Это тоже для себя взяла масло чайного дерева. Я люблю, чтобы оно у меня всегда было в запасе. Две помады. Одна для нашей мамы. Уже несколько раз подряд заказываю ей один и тот же цвет. И серия Zivan. Это трехслойная помада. А эта помада тоже серии Zivan для подруги. Уже вторая в этом каталоге. Что могу сказать? По качеству мне нравится и та, и другая. Но, конечно, дизайн этой помады, он в разы круче, чем у этой. Ну, а вы выбираете сами, какой вам выбрать себе дизайн или цвет помады. Взяла из спецпредложения кисточку для румян. Я вам просто ее покажу, какая она шикарная. Просто взяла, чтобы была, потому что есть румяна. И часто люди, когда румяна заказывают, сразу просят кисть. И вот у меня кисть есть для желающих. Во-первых, как она круто открывается. То есть так раз, открылась. Вниз опускаем золотой вот этот держатель, который собирает ворсинки все в кучку. Работаем с румянами. Очень классная кисть. У меня тоже такая есть. И мне нравится ее использовать как дорожный вариант. Чтобы бросить косметичку, вот так герметично закрыть, чтобы она не пылилась, не контактировала вообще с чем-то там еще, потому что кисть должна быть чистая. Все классно упаковано. И что мне очень нравится, то, что не стирается краска, не царапается, кисть служит очень долго. Тоже под заказ тональная основа из серии Colorbox. Фарфоровый оттенок, тоже для клиентки. О, блеск для губ. Тоже, кстати, повторный заказ, уже, наверное, пятый или шестой блеск берет одна и та же девочка. Ей очень нравится именно этот цвет. Вау, я себе заказала маслица для ногтей. Я очень люблю ухаживать сама за ногтями. Если вы заметили, я много видео записываю, как я сама делаю маникюр, как я делаю покрытие. И я привыкла сама, мне очень нравится то, что в любое время я села и сделала. Не надо записываться, идти к мастеру, тратить время. И я вот хочу попробовать новенькое масло, потому что о нем такие классные отзывы. Но я когда сама опробую, я вам расскажу свои результаты. Тоже под заказ помада-карандаш. Даже вам ее чуть-чуть покажу. Она мне под ногти подходит. С чайным деревом помада-карандаш. Она именно идет как лечебно-маскирующее средство. То есть зелененькой стороной наносит на воспаленное место, а сверху потом тоном маскирует, чтобы зелень не торчала на лице, потому что ее сразу будет видно. Заказала несколько пробников. Так здорово, что их присылают в отдельном пакете, что они не валяются в коробке. Кстати, все пробники под заказ.
почему-то вот как раз новые клиентки, они попросили принести пробники. Я взяла разные, они сказали на свой вкус заказать, я взяла разные, сегодня пойду относить. Я надеюсь, что потом будет заказ уже парфюм. А еще как я выбирала пробник, то есть я не просто от балды то, что мне там нравится, а я брала те парфюмы, которые со скидкой в каталоге. Чтобы если человеку понравился аромат, он его выбрал, то сразу можно было предложить по выгодной цене сделать себе покупочку. И здесь у меня подарок. Многие спрашивали, что мы взяли в набор. Какой набор по акции. В первом заказе я взяла, успела Beauty Case. Это для себя. А вот на Мишин номер я взяла набор Essenza. Я просто обожаю именно эти продукты. Во-первых, сам дизайн. Просто мне настолько нравится. Я обожаю, когда все с дозаторами, как все это удобно в ванной. И мы пользуемся постоянно. Вот, и у нас гель для душа и лосьон. А вот качество кожи после применения этих продуктов, это просто феноменально. Вот сейчас, кстати, вышла новая серия SPA. Она как альтернатива просто шикарная. У меня восторг от этой серии. Но хочется всегда что-то новенькое и разное. Поэтому вот это я тоже выбрала. И что мне понравилось, пришло полотенце. Покажу, потому что это я себе оставлю. У меня уже есть такое полотенце. Я им пользуюсь. Это, кстати, очень удобная такая влагонепроницаемая косметичка. То есть, если мы мокрое полотенце сюда с пляжа, например, положим, то у нас тут внизу такая целлофанчик, не промокнет все остальное, что есть в сумке. Если вы еще не выбрали набор, то я прям рекомендую. Сейчас покажу полотенце. Кстати, прямо сейчас отзыв в чате прочитала. Закрою. У нас консультант наша написала, она тоже взяла такой набор, написала, что она не ожидала, что полотенце так хорошо впитает воду, потому что оно очень тоненькое, оно, кстати, большое, вот это оно свернуто в два раза. Оно очень тоненькое, здесь такая необычная ткань, такое чувство, как будто здесь двойная она такая пухленькая, но тонкое, полотенце очень легкое. Я обожаю его брать с собой на пляж, в дорогу, когда я знаю, что мы едем, например, в путешествие, и надо взять с собой полотенце, потому что не везде есть полотенце, то я беру именно вот такие парочку. И они шикарно легенькие, быстро сохнут. Потому что если брать большое, пухлое такое махровое полотенце, то оно будет, например, долго сохнуть или не успевать высохнуть. Это же очень быстро сохнет, классно впитывает влагу. И мне его очень нравится носить как тюрбан на голове. Потому что когда волосы мокрые, их нельзя сразу сушить. И большое полотенце напитывает влагу, и у меня просто вот голова аж прямо так перевешивает, мне очень тяжело. А этот тюрбанчик такой тоненький, легкий, прям мне очень нравится. Поэтому рекомендую. О, все раскидала. И сама косметичка прикольная. Ее можно будет использовать. Так, сейчас я тут немножко поправлю красоту. Так, что еще? Взяла еще одну водичку Love Potion. Припрячу для себя. Потому что такая цена крутая. И один из моих любимых парфюмов. Я первый подарила дочке. И сегодня такая зашла, открыла, понюхала. Какой аромат. Вот он просто вот... Ну и вкуснейший. Я не знаю, есть ли такой человек, которому он может не понравиться. Такой состав у него прям вот такой девичий, романтический, вдохновляющий, просто вот незабываемый. Так, сейчас идет вау распродажа каждую неделю. Мне очень нравится, что несколько продуктов можно взять по очень крутой цене. И у меня заказали по моей рекомендации. Я сняла видео и всем раскидала, потому что у меня такая штучка есть. И мне заказали сразу же этот клатч-кошелек. Я не буду распаковывать все, но я вам покажу, что здесь есть ремешок внутри. Он лежит прямо внутри, ремешочек. Можно носить как клатч. Очень классная штука. Хватает по размеру как раз вот перекинуть. Если вы любите вот так носить, чтобы клатч был на бедрах где-то, то как раз хватает. Я перекидываю, он у меня здесь висит. Всегда беру его с собой в дорогу, когда вот не надо с собой много вещей, а только телефон, например, денежка там. Ну и сюда, кстати, помещается блеск и плоское зеркальце. Пудра не помещается, а вот зеркальце помещается.
шикарный просто кошелечек, и он так долго служит, сколько я с ним уже хожу, то есть он прям супер радует меня. Так, это под заказ шампунь, даже не знаю для каких волос, для тонких волос, это тоже заказали. А далее взяла на подарок мужскую пену и шампунь. Обратите внимание, какие сейчас цены, просто, просто копеечные. Вот для сравнения зайдите в Рубль Бума, посмотрите, сколько стоит самая дешевая пена для бритья. А эта пена, она классная. У меня когда Миша еще брился, было время, когда он брился, сейчас он ходит бородатый уже давно, он попробовал несколько наших пенок разных, а у нас были парфюмированные, он сказал, что вот это самое классное. То есть, ну, понравилось. Если мужчина говорит, что классное, значит классное. Так, что еще здесь у нас? Это под заказ. Шикарная пена для ванной. Ее можно использовать как гель для душа абсолютно спокойно, классно увлажняет кожу, очень концентрированно. Вот смотрите, то есть он еле-еле сдвигается, он такой густой, классный. Аромат необычный, вот не такие ароматы, как мы привыкли, у нас там фруктовые какие-нибудь, кофейные, ягодные, экзотические фрукты. Он ни с чем не схож, вообще просто неординарный аромат, и всем нравится. Кому даю попробовать, у меня такой лосьон. Кстати, и здесь же в заказе еще и лосьон для тела. Вот я его всем дала понюхать, попробовать. У меня в прошлом заказе было 4 штуки, и сейчас один. То есть, ну, люди заказывают. О, взяла себе с 50% скидкой. У меня такое любопытство к новой серии. На Венч выпустили, ух ты, как красиво, новое средство для снятия, то есть для умывания, пенка для умывания. Слушайте, какой лаконичный дизайн, такой толстый пластик, непрогибаемый. Сегодня опробую, расскажу, потому что это средство 2 в 1, гель и тоник. Это что-то инновационное, просто бомбическое, такого еще не было. И ученые много лет работали над разработкой именно такого состава, чтобы 2 флакона соединить в один. Для меня это очень необычно, потому что я привыкла тоником пользоваться и даже не представляю, каково это без тоника. Ну попробую, мне очень любопытно. Ну и, конечно, у меня тут в заказе куча кремов для рук, медовых. Я их набираю, я не знаю, еще, наверное, буду делать заказ, еще их возьму, потому что по 99 рублей, а для нас 79, это просто копейки для такого крема, который такой питательный, так ухаживает за кожей, и еще с моим любимым медовым ароматом. Таких кремов много не бывает. А, взяла дочке. Она не знала. Вчера она подходит, мамулечка, а у нас маска случайно нигде не завалялась, потому что она пользуется постоянно. У нее 19 лет, и у нее бывает, что там что-то вылезло. И вот эта маска ее просто спасает на ура. Вот сейчас обрадуется, придется не вера. Пришел в подарок 4-й шаг. Детская омега-3. Клиентка будет счастлива. Вообще очень приятно всегда получать чуть-чуть больше, чем ты ожидаешь. Когда мне заказывают wellness, хотят попробовать, я всегда говорю, давайте сразу оформим подписку. Вы попробуете первый месяц. Если вам понравится, то вы закажете 2-й, 3-й, а 4-й придет в подарок. Если не понравится, мы просто на 2-й месяц отменим подписку и все. То есть мы не рискуем ничем. И вот всегда люди соглашаются и оставляют подписку, и потом продлевают, и это тоже очень круто. Так, еще одно мыльце тоже заказали. Но мне, кстати, мыло по аромату вообще не понравилось. Такой какой-то непонятный аромат. Он вроде бы цветочный, но нет такого, чтобы вот хотелось нюхать и нюхать. Я люблю, уж если пользоваться чем-то, ну, чтобы вот прям вот балдеть. Ну, кому-то, видите, нравится. Так, это парфюм тоже под заказ. О, да, это вот один заказ одной клиентки, вспомнила, кто заказал. Крутой аромат мужской, шампунь для волос. Тоже это заказ одной клиентки. Кстати, вот вы говорите, многие спрашивают, как же у вас заказывают каталогом? Легко, я просто отдаю каталог. И вот мне девушка прислала смс-ку, заказала 2 парфюма сразу. И достаточно хороший. Кстати, мисс Джордания не мой любимчик, а вот этот мужской, я очень люблю аромат. Все, мне уже ставить некуда. Так, это тоже под заказ. Как говорится, вот
что лучше всего двигает продукт? Личная история. Если вы лично рассказываете людям свои ощущения, как, ну, какие изменения вы почувствовали, там, что улучшилось, если вы попробовали продукт. Я как только получила этот новый тон, я вот, бывает такое, что первый раз непонятно, какой продукт, второй, третий, и влюбляешься в него где-то там уже на пятый, на десятый раз. В эту тоналочку новую, антивозрастную, мастер креэйшн, SPF 18, я влюбилась в нее с первого вот просто прикосновения. Вот она теперь мой фаворит. Если будем говорить о 10 любимых продуктах, то она туда тоже войдет. Если поместится. У меня так много любимых продуктов. И это тоже под заказ 2 праймера. Они сейчас идут по классной акции. И вот берет одна клиентка постоянно праймеры и тональную основу Giordani. И вот сейчас она увидела, что они со скидкой, говорит, давай сразу 2. Потому что человек, когда начинает пользоваться праймером, ну не человек, девушка, женщина, то разница, она 100% очевидная, если без праймера пользоваться тоном или с праймером. Конечно, с праймером кожа круче, и макияж более стойкий. И вообще просто тональная основа ложится просто идеально. Ну и просто классно. И последний продукт. Это мне. Если помните, в первом заказе я перепутала и вместо скраба из новой серии Swedish Spa заказала 2 крем-масла. Кстати, я от них просто в восторге. От него, от крем-масла. Потому что он, ну, невероятно круто питает кожу, как он впитывается. Такой аромат тонкий. Классный. Я взяла скраб. Давайте его посмотрим. Пробовать я буду уже прям сегодня вечером. Мне интересно, как он... Ну, пахнет он, как вся серия. Такой легкий морской аромат. Он не навязчивый, он не громкий, он тонкий. Это мне нравится. А скраб, он такой солевой. Но помимо соли, я вижу еще такие коричнево-рыженькие какие-то вкрапления. То есть это измельченная какая-нибудь... Кстати, не почитала даже состав. Но знаю, что это все, что измельченное, оно очень классно отшелушивает кожу. Ну и так как это последний продукт, я попробую и пойду потом мыть руки. Ой, прям вот катается солька. Ну, конечно, приятно, как все скрабы, но этот скраб, он еще и с маслом, поэтому сразу на этапе очищения он сразу напитает кожу так круто, что просто даже смывая скраб, вы увидите, что кожа стала совершенно другой. Маленькое замечание. Когда вы пользуетесь такими маслянистыми средствами, для душа, например, не нужно тереться полотенцем, как вы привыкли, например, так, энергично. Вот просто нужно кожу после этого промакивать, потому что масла, они остаются на коже. Может быть, первое впечатление, что как бы что-то липкое немножко, но не у всех, кстати. Оно впитается, масло поработает и даст просто потрясающий эффект. А если вы полотенцем его постараетесь стереть, то масло просто не останется для того, чтобы напитать кожу. Вот, в общем-то, это и все. Надеюсь, вам мой заказ понравился. Такой классный, такой огромный. Я рада, что, опять же, кое-что для себя есть. Вот, например, хочется быстрее попробовать тоже такое средство. Спасибо вам за внимание. Спасибо за обратную связь. Пишите, не стесняйтесь. Делитесь своими впечатлениями о продуктах. Рассказывайте, что вам нравится. Задавайте вопросы. Помните про лайк. Нажать на подписку и нажать на колокольчик, чтобы быстрее всех получить оповещение о новом видео на нашем канале. До новых встреч. Пока-пока. С вами была Лилия Донскова.